Вот она не на ручном, вот она не едет. Теперь я нажимаю. Так, для начала нам нужно проверить вот эти вот провода. Вот. Пощупать, чтобы они были целые. Проверить здесь. Для того, чтобы полностью адекватно проверить, вот здесь вот есть такая маленькая пипочка. Ее нажимаем, и у нас открывается полностью наша стяжка. Помогай. Нажимай одним пальцем, а вторым выталкивай ее. А куда нажимать? Вот вниз нажимаешь вот сюда вот, да, нажимаем и аккуратненько снимаем, вот, чтобы ее можно было поставить повторно. Также снимается и вот эта стяжка. Нужно сейчас снимать? Да, снимай полностью все стяжки. Ой. Нажимаешь и выталкиваешь. Так. Теперь снимаем вот эти стяжки все. Вот здесь нажимаешь и выталкиваешь. Можешь вывернуть ее, чтобы было проще. На себя проверни. Вот. Нажимаю, вытаскиваю. Нажимаешь и выталкиваешь, да. Лучше делать двумя руками. Так, теперь вот эту стяжечку. И вот тут две штуки еще. Она поджимается, флажок поджимается и легко вытаскивается. Ну и, соответственно, вот это вот тоже. Поджимаем, выталкивай ее. Толкай. А вот толкать-то? Ее надо вот это толкать. Язычок толкаешь. Все. Вот, у нас сейчас, получается, вся система отсоединена. Мы проверяем провода, чтобы они были целые, чтобы не было нигде повреждения на вот этом, на вот этой изоляции. Вот, вот эти маленькие стяжки снимать не нужно. То есть проверили, провод у нас полностью целый. Дальше что мы делаем? Мы берем вот так вот один разъем, зажимаем его и разъединяем. Надавливаем сильно. Дави на просто себя. Сюда. Нет, дави и... Да не могу я давить его. Вот. Разъединили. Дальше мы смотрим, чтобы у нас здесь никакой контакт не ушел. Здесь, чтобы было все в порядке. И обратно его повторно соединяем до щелчка. Все, соединили. Теперь... Левый мотор. Точно так же нажимаем вот сюда. Вот сюда вот прям жмем сильно. И легко рассоединяем. Здесь все целое. И обратно вставляем его до щелчка. Вот, все, защелкнулся разъем. После чего поднимаем один, второй флажок. И включаем нашу коляску. Вперед. Назад. Если будет... Повторная ошибка. Записываем видео по ошибке. Если видео по ошибке есть, в таком случае мы одной рукой откручиваем вот эту вот гаечку легонечко. Вытаскиваем разъем, который идет от питания. Далее, внизу, вот здесь вот есть флажок. Мы его поднимаем и аккумулятор вытаскиваем на себя.
вот так вот подняли. Нет, одной рукой не получается. Давай, поднимай, тащи. Вот, все, вытащили с паза аккумулятор. Теперь, когда мы сняли аккумулятор, это нам не надо сюда лезть. Вот это гнездо для зарядки. Нам нужно взять мультиметр, поставить его на постоянное напряжение. В моем случае ставится так. И тут без разницы, куда вы воткнете. Значит, первый щуп мы ставим вот сюда. Второй щуп ставим вот сюда. И смотрим напряжение на аккумуляторной батарее. Вот, к примеру, здесь написано 1, 2 и 3. Мы первый вставляем сюда, в единицу, второй вставляем в двойку. Средняя у нас не задействована. И если у вас вот так вот скачет напряжение, стремится к нулю, значит, у вас батарея в защите.